Посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви назвал большой глупостью и фантазиями сообщения о якобы присутствии израильских военных в Карабахе. «Я считаю, что это большая глупость, потому что если мы говорим о районе Карабаха, там находятся и российские, и турецкие военные. Так что я считаю, что когда у них какие-то фантазии, они могут сказать, что, может, и марсиане там тоже присутствуют», — подчеркнул Бен Цви.